Добрый, рада вас видеть на канале Рахна Forbes. И сегодня мы расскажем про событие, которое у нас произошло сегодня. Сегодня 18 февраля. Вот, смотрите, что произошло. У нас самка сидела с коконом. Вот эта самка, которую сейчас вы видите на видео. Это у нас Formictocus auratus. Вот вроде фокус навели. И 26 дней самка сидела с коконом, и сегодня вот она его начала есть, видите. Ну, начала его пережевывать хелицерами, видите, еще фермент видно. Видите, тут даже слиплись яйца. Слава богу, мы как бы заметили с самого начала и попытались его спасти. Что нам в итоге удалось? Ну, смотрите, это вот у нас, не это у нас личинки первого порядка, вот столько их, и у нас еще под вопросом есть, вот смотрите, вот эти вот. Конечно, тут большинство можно было выкинуть, и понятно, какие выкидывать, какие нет, но на всякий случай мы оставили, как говорится, пару дней можно и обождать. Иногда бывает, что можно неправильно определить, оплодотворенные яйца или нет. Вот в этой, видите, здесь мы как бы пересыпали те яйца, у которых надежд гораздо больше, ну а в этих уже, которые, конечно же, большинство можно было выкинуть, хотя тоже есть пару штук, которые внушают надежду, но мы их сюда поместили, потому что они или уже были повреждены немножко ферментом, или какие-то яйца тоже лопнули, потому что самка уже пережевывала. И именно остатки других яиц уже появились на оболочке, что, конечно, тоже не очень хорошо. Вот, так что такие тоже бывают казусы, и такие вот события, которые неожиданно проходят. Вроде самка хорошо инкубировала, вот. Сегодня с утра, как бы за часа 3-4, вроде нормально держала. Я даже специально посмотрел, пусть тоже какое-то было предчувствие. Вот, но посмотрим, что с этого получится. В любом случае, несколько штук мы спасли. И, кстати, вот тоже задают вопрос, зачем мы забираем. Вот вам явный пример, почему мы забираем. Самки, вот если очень малое количество оплодотворенных яиц и личинок в коконе, понятно, вот как только они линяют в первую стадию, они очень часто их съедают. Почему так? Да потому что, в принципе, вот этому небольшому количеству личинок, которые жизнеспособны, им выжить в этом коконе возможности почти не представится. Потому что, видите, здесь уже началась гниль, ну не гниль, а поршнение яиц. Вот, они начали бы их есть, и все-таки кокон в основном бы погиб. Поэтому как бы смысла его инкубировать самки большого нет. Она это как бы почувствовала, наверное, может, и химически. Вот, и поэтому решила его съесть. Поэтому все-таки, если такой оптимальный способ или оптимальный метод все-таки забирать, потому что в этом случае у вас больше шансов на то, что хоть какие-то несколько штук паучков вы получите. Ну, посмотрим, как нам удастся. Может, еще какие-то выйдут с этих яиц, и их будет побольше. Ну что, всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.